Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли в финале парного турнира серии «Мастерс» в Майами Бобу и Майку Брайану со счетом 6-4, 6-7, 5-7, 4 часа 10 минут. Матч продолжался 1 час и 32 минуты. Игра проходила в равной борьбе до чемпионского тайбрейка, в котором у россиян перестала получаться подача 29% попаданий первым мячом в первой партии 78%, во второй 61%. Братья Брайана завоевали 115-й титул в карьере. Андрей Рублев занимает 34-е место в рейтинге ATP, Карен Хачанов 41-й. Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме.